Что это есть? Это есть бистекс. Это есть кресь. Что-что? Это кресь. Кресь? Не кресь, а кресть. Это кресть. Хрясь? Да, нет, хрясь. Это, товарищ, это не хрясь. Да, а что это? Это сухожилие. Как сказал? Сухожилие. Сухожилие. Какая разница? Разница большая. Да. Сухожилие скрепляет мышцы со скелетом. Это соединительная ткань. Понимаете? Ткань. Я кушать хочу. Это из говядины, это из коровы. Понимаете, что такое корова? Я прекрасно понимаю, что такое корова. Да. Корова – это крупное животное с полыми рогами. Длина кишечника до 20 метров. Дойность по породам. Я не хочу дойность, я хочу кушать. Вы понимаете, что я говорю, нет? Нет, я не понимаю. А вы не понимаете, что я говорю? Вы советуйте, посоветуйте, пожалуйста. Раиса Михайловна. Я кушать хочу. Я плохо говорю по-русски, он тоже не понимает, что он говорит. Этого напрасно. Он прекрасно понимает, что он говорит. Он окончил ветеринарный институт. Да. И в вопросах животноводства собаку съел. Уже съел, а я еще ничего не кушал. Вы мне скажите, я могу здесь получать настоящий бистекс или нет? Как вы сказали? Я говорю, бистекс я хочу получать здесь. Ой, товарищ, товарищ, это же английское слово. И произносится оно так, бифстейк, понимаете? Не понимаете. А там есть дифтонг. Смотрите внимательно за мной. Повторяйте. Зубы слегка раздвинуты. Какие зубы? Мои зубы. Повторяйте за мной. Язык между зубами. Какой язык? Мой язык. Мой язык. Ты и ты? Делайте, делайте выдох. Повторяйте. Marvelous. Very good. Браво. Хорошо. Очень, очень. Запишите, пожалуйста. Прошу вас. Запишите. Что мне записывать? Это глупость. Больше ничего. Что это есть? Почему? Глупость. Почему это глупость? Я окончила институт иностранных языков и во всем, что касается языка. Нет, нет, не языка. Я у вас просил бистекс. Директор, посмотрите, пожалуйста. Вера Николаевна, здравствуйте. Я пришел сюда к кафе-столовой. Я хочу кушать. Мне товарищ приносит это. Я говорю, это свачка. Он начинает со мной спориться. Другой приходит, мне язык показывает. Вы мне скажите, я имею право получать здесь настоящий бистекс или нет? Имею право или нет? Безусловно. Безусловно, здесь имеется определенное право отношения. Участниками которого являются, с одной стороны, вы, как физическое лицо. С другой стороны, мы, как организация общественного питания. Юкс, момент. Скажите, вы какой институт прошли? Я? Юридический. Юридический? Скажите, это что? Это кафе-столовая или это Академия наук? Что это? Это кафе-столовая. Это кафе-столовая. Присылайте к нам, Петросаводск, к нам очень специалисты нужны. Петросаводск, это что, на периферии? Слушай, очень нужно. Нет, мы лучше здесь будем работать. Здесь, пожалуйста, поработайте, разрежьте, пожалуйста, мне. Пожалуйста, бистекс. Пожалуйста, помогите мне. Да, пожалуйста. Столько образования на один бистекс.